Детектив Касланос. Детектив Касланос. Это чьи-то воспоминания? Ну, тебе видней. Так, погнали. Чем ты нас сегодня порадуешь? Вы стонали во сне. Вам приснился кошмар? Я увидела статуэтку, блядь. Стой, смотри. А, подожди. А где она была? Я что-то не понял. Или мне показалось? Ладно. Ладно, ладно, ладно. Выходи. Нет, нет. Не туда. Блядь. Что, блядь? Что происходит? Опа. Воспоминания действительно хрупкая штука. Воспоминали, легко можно исказить, вот почему к ним нужно относиться очень бережно. И чё? Это так важно? Ёб твою мать! Ядрить? Что случилось? Все поменялось. У вас такой вид, словно вы увидели призрака. Ну да, так и есть. Скажешь еще что-нибудь? Ну, мы вроде как сохранялись. Ладно, давай еще. Сохранялись и прокачивались, так что можно свалить. Так, тут ничего. А здесь? Блядь! Блядь, блядь! Нахуй я сюда пришла? Сука. Ебать страшно. Что за трэш происходит? Нет, не туда. Но я и не хочу туда идти. А-а-а! Блядь! Нет! Стой! Стой, блядь! О! Мы в развалинах. Мы в развалинах. Так, сейчас надо поглазеть, что у нас по патронам вообще. По-моему, ни хрена. Это меня печалит больше всего. Да не застревай ты. Так, тут ничего. Тут можно разбить. Смотри-ка, что. Ишь ты, заныкали. Дай-ка. Опа. Можно скрафтить сейчас будет что-нибудь. Ну и положили бы. Чё такие жмоты? Так, я хотел... А, взрывных достаточно. Ну и ладно. Так. Это одна. Это тоже одна. Да. Не круто. Совсем не круто. Особенно если сейчас в этой главе прям сразу будет босс, то это очень не круто. Ну, положите сюда хоть патроны. Да, спасибо. Спасибо, спасибо. Так. Жутко, какая... Блядь, я думала, опять эта статуэтка. Стоп, этот дом я где-то видел. Может, не надо туда идти? Я никогда здесь не был, но... Предчувствие, да, у тебя плохое? Сука, у меня тоже. Я б туда не ходила. Меня больше вороны пугают, чем эти сраные зомби. Ух ты, там что-то можно посмотреть. Это лабиринт какой-то? А, нет. Просто херня какая-то. Да, ебой. Перезаряди.
Хорошо, хоть нам дали, не знаю, спокойно походить, что ли. Посмотреть. Ух ты, круто. Посмотреть, исследовать, облутаться. Хоть чуть-чуть. Так, дробаш пока не буду тратить. Вот мне дайте пистолет. Смотря какие монстры дальше будут. О, еще патроны. Ух ты. Ну да, снабжают нас так. Не сказала бы, что хорошо, но и неплохо. О, еще ящик. Блять, нормально. Зачем ты тогда тут стоял? Угу. Вижу. Вижу сопли. Ни хрена себе. Вот это щедрость. Да что ж такое-то? Эй! Стой, твою мать! Так, опять какая-то ебаная загадка, ясно. Шприцулька. Ну так используй тогда. Чё бы нет. Я вот это возьму. Да. Опля. А, вижу там еще сопли. Так, и наверху что-то есть интересное. Бля. А, и что теперь? Сохраниться здесь можно, огонь. Так. О, там тоже что-то есть. Еще сопли. Сколько их у меня? А, так, блядь, можно же прокачаться неплохо так. Так. Тут, надеюсь, никого пока не будет. А то сейчас меня опять перенесет. Непонятно. Куда, непонятно как. Так, сейчас почитаем. Так, подожди. О, в смысле прятаться? От кого? Так, записка из столовой особняка. Наконец-то я нашел этот путь, портал в новый мир. Все сведения с самого начала были у меня под носом. Я поражен. Я в ярости от того, что не разобрался во всем раньше. Особый процесс, который может сломать человеческую психику и дать мне свободу действий, так очевиден. И теперь... Когда я вижу, когда я все вижу теперь, когда моя задача ясна, мне кажется, что у меня нет выбора. Я могу добыть все, что я искал, все, что утратил, но для этого нужны ресурсы. Хименес. Наконец-то этот кретин начнет отрабатывать свое жалование. Спасибо. Спасибо, но в ту дверь я пока не пойду. Мы пойдем сюда сперва. Извиняюсь. О, еще почитать. Вырезка из газеты Crimson Post. В Crimson City при пожаре погибли ребенок и няня 11 февраля 2012 года. Несмотря на все усилия пожарных, маленькая девочка и ее няня погибли в огне и дыму. Эта трагедия произошла в частном доме в парк Ридже, одном из районов Crimson City. Пожарные прибыли быстро и действовали решительно, однако огонь распространялся еще быстрее. Погибшие Лили Кастеланос, 5 лет, и ее няня... Хуанита Флорес, 56 лет. Родители Лили, детективы городского департамента полиции, бросились к месту пожара, но не успели спасти из огня свою дочь. Пожар удалось потушить лишь через несколько часов, и дом сгорел дотла. Причина возгорания неизвестна, однако, по предварительным данным, она связана с неисправной проводкой. Странно. Серьезно? Она же вроде как была жива во второй части. Я знал, что ты знал. Вы не хотите воспользоваться зеленым гелем? Да хочу! Вот как бы иду. Так, я в то зеркало больше не пойду, оно мне не понравилось. Давайте вот в это потом выйдем, да и все. Так, надо посмотреть, что можно прокачать такого, не знаю, полезного. Так, по-моему, уже все нормально прокачать. Вот ускорение, да, прокачать бы, но оно, блядь, слишком... дорогое. Лечение, кстати, шприцами. Вот, я бы еще урон от рукопашной прокачала. А то мало ли что. Так, пистолет, пистолет, пистолет. Емкость. Емкость не нужна она нам, по сути. Вот крит можно прокачать в пистолетике. Это полезно, мне кажется. Так, множитель урона. Ну, кстати, да, почему бы нет? Скорострельность, уж хер с ней, убегу, если вдруг что.
Емкость. Меня, в принципе, устраивает 6 патронов. Вот крит, кстати, ну да, можно прокачивать еще и дробаш, на самом деле. Винтарь. Винтарь, кстати говоря, меня тоже устраивает, в принципе, пока что. Что здесь? Время взведения, дальность. Вот, кстати, дальность можно. Хотя, хер с ней. Давай дробаш. Дробаш я бы прокачала. Крит. Давай крит. Крит с дробаша. Множитель урона. Why not? Так. И здесь больше ничего. Скорострельность. Снижение времени между выстрелами для повышения скорострельности. На 10 секунд поменьше, типа. Вернее, миллисекунд, или как это тут рассчитывается? Ну нет, винтарь хорошо и так стреляет. Вот пистолет надо прокачивать, это абсолютно точно, потому что на него патрошки достаточно часто дают. Вот так, например. Потом можно на критические попадания, в принципе, накопить. И... Да, в принципе, все. Пока что. Тут тоже ничего неинтересное. Спички, да нахер. Ну, разве что, да, рукопашная. Да ладно. Сохраним для будущих апгрейдов. Погнали. А, кстати, у меня... О, блядь, дверь же здесь. Есть у меня ключики. Я что-то не помню, смотрела я или нет. Так, да, один ключик есть. Точно. О, патроны. О, как хорошо. Ни хрена их много. О, еще останется. Отлично. Ну, вот это вообще отлично. Так, и еще давайте сохранимся тогда на всякий пожарный. А тут всякое может быть. Всякие неприятности. И погнали. Ну что ж, пойди посмотри. Так, механизм. Тут тоже, я так понял, закрыто все. Пошли обратно. Мне не нравится. Блин, как же это страшно на самом деле. Без базара просто. Это плохо. Может, потише? Блять. В смысле? Ёбаный в рот. А что мне с ним делать? Вот этот враг мне не нравится. Чё за жесть? Как с ним бороться? Ну ладно, пойдем. Я понял, надо бежать, короче, просто куда глаза глядят. Извините. Опа. А где он? А, или... Так, я не понял. А где он? Или это я ту открыла дверь?
И он со мной из той двери шел. Ну тогда тем более нахер надо туда. Так. Все? Больше нечего? Так. Ладно. Тише. Мне кажется, здесь будут эти... какие-нибудь монстры, которые... того. Невидимые. Забыла слово. Ой, блядь! Here? Ты чего меня пугаешь? Сучара. Просто начал говорить, я аж испугалась. Я потише немножечко сделаю. Ёбаный ты в рот. А-а-а, гадость какая. Подопытный номер 58, тест 92А. Электроды размещены в зоне боли М33, эффект отсутствует. Больший эффект ожидается при стимуляции зоны согласия F7 в неокортексе. Еще. Фиксация отпечатка личности произошла не полностью. Остались черты исходной личности. И что же? Что-то найти надо? Чтобы вставить зонт? Куда? Куда угодно, что ли, или что? В неокортекс, а где он? Супер! Что это я запустил? Это как-то называлось «Святая святых»? Собственно, лаборатория, я потрясен. О! Зачем ты вернулся? Я не давал тебе разрешения. Да ладно, мы же оба ученые. Жизнь ученого — это вечный поиск, стремление к новым знаниям. Ты можешь показать мне свои эксперименты, я тоже могу продемонстрировать кое-что. Они тебе не понравятся, покажутся отвратительными. Ученым приходится делать множество вещей, которые непрофессионал сочтет отвратительными. Я и сам совершал поступки, которые другие назвали бы мерзкими. Ты думаешь, я монстр? А, ты думаешь, я монстр? Ты слишком озабочен своим обликом. Но твой разум — вот единственно значимая ценность. Это Марселла, а с ним кто? Рувик? Да подожди, тут же что-то... Вне... Куда это? Там... Я что, в правильную область, что ли, ткнула с первого раза? Серьезно? Или что? Что-то запустилось. Серьезно? И все? Я сделал? Так, мне не нравится, что будет дальше. Я так подозреваю, жопа. Так. А! Что? 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 Блять, беги! А! Беги нахуй! А! Что происходит? Что происходит? А! Рувик, 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 Рувик! Что с ним делать? А! В смысле? А, в смысле, от него просто убежать надо было? Да, ну, ёбаный ты в рот. Ух, нихуя себе. Ох ты, как красиво. Так, от него надо было просто убежать. Я надеюсь, его больше не будет? Или опять так же от него надо? О, точно. Хрена себе. Я вижу. Так, значит,
там нам больше делать нечего, я пойду сохранюсь на всякий случай. Мало ли чё. В чем дело? Чего? Рубен. Пропал Рубен Викториана. Сын богатой семьи Викториана не... Сына богатой семьи Викториана не видели с тех пор, как в поместье произошел пожар. Здрасте. Так, сколько мы там собрали соплей вообще? А, не, немного. Ну ладно. Тогда я точно сохранюсь. Так, что-то, наверное, еще надо в мозг будет воткнуть, нет? Так. Так, от этого пидора валить, короче, надо. Ну где ты? Рубик. Да что ты шумишь? О, шприцы. Не, не надо. Блин, я так понимаю, он периодически все-таки будет здесь появляться. Но от него нужно просто валить. Ну, валить так валить. Так, здесь очень много дверок. Мне это не нравится. Так. Что это, лутовая? О, неплохо. Главное не мазать. Это прям самое главное. Что там? Сопли. Ой, еще что-то. Еще сопли. Окей. Ну да, здесь типа просто полутаться. Правильно? Еще и спрятаться можно. А, то есть от Рувика типа можно еще и спрятаться. И он типа тебя не найдет. Но это не точно. И что-то проверять не хочется. Пока что я от него убегаю и... И заебись. Ладно. Так, по факту. По факту это очень страшно. Вот тут реально все хоррором пронизано, я отвечаю. Что подобрать? Бутылка? Зачем? А! Блядь! Прости. Блядство ебаное. Не успела отбежать, ладно. О, на дробашек. Вот с дробашом мне как-то поспокойнее. Хорошая пуха, в отличие от пистолета. Так, давай вот так вот. Ага. Еще меня пугает то, что мы как-то не особо можем... Убежать от Рувика. Он быстро как-то бегает. Он же нас замочить может так. Ладно, кто здесь? Так, здесь парол. Так, и что-то почитать. О, граната. Так. Ладно. Записка из музыкальной комнаты особняка. Два мира, разделенные пропастью, наверху безликие зрители, смеющиеся над трагедией. Внизу беспомощные жертвы, теряющие все. Угу. И что? Все? Ни хренуськи. Ни хренуськи. Так. Ну, значит, все. Только не надо сейчас вот это вот все. Так. Так, ладно. Ладно, ладно. Сохраниться, что ли, опять? Какое-то сыкотное место.
Я вижу, вы беспокойная натура. Что ты меня каждый раз как-то отбрасываешь, непонятно. Мне это не нравится, женщина. Прекрати. Очень страшно. Нереально страшно. Мне Outlast'а было страшно проходить. Я вот даже не допрошла. А здесь... Ну, здесь не так, конечно, страшно, как там, но... Все-таки есть определенный страх. Пошли налево. Библиотека. Это плохо. О, блядь. Суки. Пиздюки. Тише, тише, Кастелланос, убегай! Блять, ты чё? Умудрился промазать. Идиотас. Ты не Кастелланос. А! Не, бежим. Бежим нахуй. Бля! Где он? Пиздос. О! О! Ха-ха, блядь! Сука! Пиздосас! Уйди! Слава яйцам! О, ладно. Ладно, ладно, ладно. Надеюсь, его больше пока не будет, пока я буду здесь тусить с придурками. Так, ты? Вообще, обычно они уже мертвых едят, конечно. Так, я туда пока идти не хочу. Я посмотрю здесь, что здесь есть. Ну, пока тихо. Это не может не радовать. Сука. Ебать ты косяк. Меня удивляет, чё они вообще не слышат? То есть, когда ты вот этим всем занимаешься. Они реально не слышат. Чё это? А, лезь наверх. Ну, полезли, посмотрим, чё там. А, ясно. Да ты не страшный, блядь. Вот Рувик страшный. Так, не знаю, не нужен мне этот топор, он мешает столько. Так, верхний циферблат сейфа. Окей. И что? Ясно. Ну, хуёвая картинка. Мне не нравится. Так, один циферблат у нас, значит... Подожди. Ну это ты, блядь, не страшный. Слазай. Так, ну тут, по-моему, она не одна. Да, двое. Ну давай, чё? До свидания. А ты чё, не увидел меня? Нифига, сколько я лута пропустила. Не умер. Блять. Успела. О, морозный болт наконец-то появился. Так, я за то, чтобы немножечко подлечить себя, а потом, в случае чего, если мы найдем,
Будет вообще отлично. У нас еще аптечка есть. За аптечка, блядь. Так. Ага, ага. Все нормально. Все нормально. Бери дробаш. Так. В нем какая-то коробка была. А, патроны. Коробка, блядь. Сопли. Бери. Прекрасно. Приказ. Так, ну мы оттуда пришли, типа, идем теперь сюда. Так. Еще записки. Записка из комнаты Рувика. Я снова видел ее там, в конце коридора. Как всегда, прекрасные черные волосы, посеребренные лунным светом, глаза черные, озера на фарфоровом лице. Она была в своем любимом платье цвета алого заката, словно пятно крови в тусклом свете. Лаура, ну, конечно, ты не умерла. Ладно. Окей. Кстати говоря, надо попробовать спрятаться. Вот типа, да. О. Так, слышу зомби. Ну, зомби это не страшно. Здорово. Ну, ты идешь? Вообще прекрасно. То есть, как бы, не знаю, пытаются напугать, что ли. А по итогу... Нихуя. Так. А. Тсять! Дурашка. У, слава богу. Нормально. Так. Ага. Заебись, еще двери. Еще двери. Двери не открываются, окей. Так, мне жутко как не нравятся эти звуки. А! Shit. Блять, в смысле? Куда? Это что еще за херня? Что еще за говно? А это что за говно? Что это? Так, куда та дверь вообще ведет? Блять! Все, мне пизда, мне пизда, мне пизда, мне пизда. Ебать, от него не на... Блядь, от него не спрятаться. Ёбаный в рот. Да. Спасибо, ну ладно, все остальное в другой серии тогда уж.